Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. За 10 лет более 80 привлечений к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. С таким багажом за плечами мужчину словили в момент его очередного нарушения. На этот раз не обошлось без преследования. После того, как автомобиль был остановлен, водителю было предъявлено еще 19 обвинений. Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин цыганской национальности. 1981 года рождения, никогда не получавший прав на управление транспортным средством. Что касается автомобиля, на него наложен арест. Машина доставлена на штрафстоянку. Несколько подобных ДТП произошло в областном центре сегодня. 4 и 5 автомобилей в ряд, как говорят в народе, поцеловались. Причины ДТП еще выясняются, но факт несоблюдения правил дистанции зафиксирован. Романтическая атрибутика стала причиной пожара в одном из ресторанов города Гомеля. Прошлой ночью по адресу проспект Ленина, 20, сработала пожарная система «Молния». По прибытии на вызов спасателей было определено, что возгорание возникло в обеденном зале ресторана. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Объект общественного питания располагается на первом этаже многоквартирного дома. Благодаря видеонаблюдению установлена причина. Причиной послужила обычная свеча, оставленная без присмотра на столике, которая привела к возгоранию скатерти, соответственно, стен и потолка. Эвакуация граждан не производилась из жилых домов, их жизни и здоровью не угрожала. Завтра исполняется 15 лет со дня создания Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. На территории Гомельской области за это время выявлено около 40 тысяч нарушений, по большей части в сфере рыболовства. Сегодня это уже не массовые, а единичные нарушения. Их общее количество значительно снизилось. Сейчас в работе инспекторы, должностные лица используют новые системы навигации, новые системы видеонаблюдения, фотосъемки, съемок и так далее, которые позволяют быстро, оперативно фиксировать нарушения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.